Промышленная швейная машина прострачивает эти части с изнаночной стороны. Нитки толщиной с рыболовную леску. В другой части фабрики рабочие собирают раму для сидений. К верхней части рамы сверхмощными шурупами прикрепляются два ремня безопасности. Они могут выдержать силу натяжения в 68 тысяч килограмм. Это намного больше, чем при любых внезапных остановках. Сама рама сделана из закаленной стали со сваркой в районе сочленения. Поэтому она выдержит любые удары. После того, как рама будет собрана, для еще большей защиты ее покрывают большим куском пены. Этот кусок состоит из четырех разных видов пены. Его накладывают на раму для того, чтобы создать большую амортизацию в местах соприкосновения с головой, плечами или коленями сидящего. После установки пены ремни безопасности протягивают через дырки. Затем пену покрывают виниловой обивкой. Отводящее устройство ремня прикрепляется к раме с помощью сверхпрочных шурупов. Затем рабочие проверяют ремни, чтобы удостовериться, что дети легко смогут их вытащить и пристегнуться. Сама сидушка тоже покрывается пеной, которая сжимается при помощи вакуума, чтобы ее можно было поместить в виниловую обертку. В довершение к низу и спинке сиденья с помощью болтов прикрепляется деревянная планка. И все части скамьи собираются вместе. Но прежде чем сиденья попадут в школьный автобус, некоторым из них придется пройти серьезную проверку на прочность. Сначала двигатель запускает гидравлический таран прямо в спинку сиденья со скоростью 50 км в час, что намного сильнее, чем удар от ноги раздраженного ребенка. И ни один ребенок не сможет ударить сиденье настолько сильно, чтобы оно сложилось напополам. Но этот тест необходим для того, чтобы удостовериться, что сиденье погасит силу удара. Наконец, к сиденью прикрепляют 6 балок, чтобы понять, как сильно можно облокачиваться на спинку. Она ломается только тогда, когда к ней подвешивают балки весом 9000 килограмм. Теперь вы знаете, что эти сиденья справятся с чем угодно. Независимо от того, будет это ребенок или какие-то проблемы на дороге.